Мур, привет, друг, это Зверько, это ты и обновление 1.4.58. Заранее хочу поздравить с 8 марта зрительниц моего канала. Девочки, с праздником! И в честь праздника песня. Шучу, не буду никого мучить, к обновлению. 7 марта выходит облик на Кимми, Чардж Лидер, стоимостью в 749 алмазов и со скидкой в 30%. 9 марта выйдет облик на Кусаку, Щелкунчик, Nutcracker. Стоить он будет также 749 алмазов. И скидка в первую неделю. А сегодня, против обыкновения, хочу показать тебе один здоровский канал, которым заведует симпатичная девушка. На канале есть не только стримы, но и забавные видео, озвученные ее приятным голосом. Вдобавок, периодически проходят розыгрыши алмазов. Зайди и посмотри, думаю, ты не пожалеешь. Ссылка в описании и в комментах. Изменения героев. Пополь и Купа. Пассивка. Теперь Купа получает дополнительные атрибуты к атаке, такие как вампиризм, криты и некоторые пассивки предметов. Однако бонус к ХП Купы уменьшили. Раньше передавалось 140%, теперь будет 120%. Но какая разница, когда волк теперь критует и может жрать танков жрутом. Как я и говорил в обновлении 1.4.56, передающиеся пассивки исправят ситуацию со скучным персонажем. Первый навык. Уменьшили бонус к урону для первого укуса с 80% до 60%. Ульта. Уменьшили бонус к физической атаке Купы с 35% до 20%. Эти мелкие уменьшения меркнут перед тем, как теперь можно использовать волка. Атлас. Этот герой, скорее всего, выйдет следующим. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 50% для всех уровней. Магический бонус уменьшен со 100% до 60%. Второй навык. Уменьшили бонус к скорости перемещения с 30% до 25%. Ульта. Магический бонус первого урона уменьшен со 100% до 75%. Бонус удара о землю уменьшен со 160% до 120%. Ему и Купе добавили анимации. Наталья. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 30% для всех уровней. Ульта. Уменьшили усилитель атаки на 10% для всех уровней. Наталью начинают потихоньку нерфить. Фрея. Ульта. Базовый щит на стартовых уровнях навыка увеличен. Было 400-800, будет 500-800, растет с уровнем. Ханза. Первый навык. Отменили значение прошлого патча. Теперь перезарядка только 25 секунд. Для всех уровней. Первый навык в ульте. Немного ускорили анимацию каста. Ускорить анимацию Виксани уже. Второй навык. Увеличили силу замедления с 35% до 40%. Увеличили радиус и более точное отображение индикатором. Ульта. Помнишь, увеличивали потребление крови? Вернули обратно с 12 до 10 капель крови в секунду. Сисилион. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 10 и 20 единиц для всех уровней. Помним, что 10 это во время полета мыши, а 20 в точке приземления. Ульта. Базовый урон увеличен. Был 30-40, будет 35-55. Странно, у героя отображается 45. Сильвана. Второй навык. Практически откатили прошлое усиление. Было 180-270, будет 165-255. Валир. Второй навык. Перезарядку увеличили на 1 секунду для всех уровней. Потребление маны тоже увеличили с 65-90 аж до 80-110. Чё это вдруг они на него накинулись? Маша. Пассивка. Тоже возвращают вампиризм. Когда потерян 1 хп бар, был вампирик 20%, теперь будет 25%. Когда потеряно 2 полоски здоровья, вампирик дает не 30, а все 40%. Изменения в бою. Крипам улучшили отображение полоски ХП со словами: «Вам так проще будет оценить остаток здоровья крипа». А вот огненному выстрелу мощно подняли перезарядку с 35 секунд до 50 секунд. Напоминаю, 10 марта – последний день 15 сезона, за который мы получим облик на Клинта. Наконец-то брутальный Клинт. На этом пока все. Советую посмотреть озвучку второй части комикса про Лабиринт Минотавра. Там спецэффекты и все такое. Также не забудь подписаться на канал, жмякнуть лапкой в колокольчик. Удачи, друг! Однажды в одной семье исчезла маленькая девочка. И в тот же день
По квартире сами с собой стали перемещаться вещи. Ночью ее родители увидели, что телефон девочки светится лежа на столе. Они посмотрели в него, а там... 1000 игр на Наталье!